Что делаем, если у вас мороз зимой не хочет заводиться? Сперва надо подзарядить аккумулятор. Также надо проверить плюсовой контакт, чтобы он при работе старта не нагревался. Если нагревается, его надо зачистить чем-нибудь. Или наждачкой, или напильником. Потом опять сильно одеть клейму, затянуть хорошо. Иначе энергия будет уходить в это в тепло, и мотору не хватит сил заводиться. Дальше. Надо проверить, работает ли топливный насос. Для этого надо снять трубку, посмотреть бутылочку, протекает он или нет. Может даже забиться игла, залипнуть. Карбюратор. Надо снять крышку. Посмотри, что там происходит. Если там бензин, если есть, значит все нормально. Еще одна такая момент бывает, что дюкси начинает работать, а потом из того всего через 2 минуты грохнет. Это может быть вот конденсат на трамблере собраться. Надо аккуратно протереть трамблер, клеймы снять, зачистить. А то будет возникать, что если клейма там сырость, она машина будет то включаться, то не включаться, а вырубаться сама по себе. Так, посмотрим, не замерз ли вода в бензопроводе. Бывает, что там водяные пробки. О, бензин есть. Сейчас подзарядим аккумулятор и будем пробовать его запускать. Вот основные, что надо проверять. Клейма, чтобы не грелась, чтобы окислов не было. Трамблер, чтобы сухой был протет и корпус весь, чтобы там влага не скапливалась. И бывает, что вот тут что-то случается. В карбюратор постучать. Игла бывает залипает. Не забывайте, если у вас машину карбюраторная, под насос утаскивать в зимний период, когда морозы.